Медики и архитекторы объединились в спортивном порыве. Команду назвали соответственно «Архимед». Студенты Самарского медуниверситета в ежегодной городской легкоатлетической эстафете участвуют впервые. У нас была создана в этом учебном году секция, мы усиленно тренировались. Конечно, к любым спортивным соревнованиям нельзя готовиться без волнения, но также любые соревнования – это хорошее настроение, дух состязания и общение с друзьями. Раньше забег проводили на улицах города. Теперь, чтобы не перекрывать автомобильное движение, соревнования перенесли на набережную. Трасса в виде четырех колец осложняет задачу спортсменов. Приходится преодолевать подъемы и спуски. Дистанцию в 4300 метров разбили на 14 этапов. На старт! Первыми стартуют школьники. В этом году из каждого района приехали по три команды. 7 сборных представили университеты и 3 СУЗы. Всего в этом году бежали больше 500 ребят, на треть больше, чем год назад. Я первый раз вижу, что пошла положительная динамика вверх по количеству участников соревнований. В какой-то степени административные ресурсы, я считаю, включать надо, потому что для того, чтобы изначально привлечь, нужно все-таки напрячь немножко и преподавателей, и детей, чтобы они пришли. Как правило, те, кто начинает участвовать в этих соревнованиях, они приходят и на следующий год. Лидеры городской эстафеты остались прежними, как и год.